после купания ранее утром, 7 часов утра, 16 марта 2018 года. И вот он накормил его и сам лег просушиться рядом. Ну, это вот дверь в кухню, никого пока нету. Коврик, вот он лежит здесь. А здесь, где он купался, вот тазик, водой все забрызгал. Сама она в коробке выводит второй выводок. Мне очень интересно наблюдать. Это не породистые голуби, сизари. Но вот именно здесь исследование идет. Как они ведут себя? Природные голуби. Те самые природные, которые в ковчеге Ноевом были. Без вмешательства воспитания. На улице еще не совсем рассвело, поэтому они, вот они, шторки не открываем, это электрический свет. Он покупался, тот что-то носиком там крутит, крылышками трясет все время, это просит как бы есть. Сейчас я посмотрю, что на улице делается. А вот на улице уже видно, что рассвело совсем. Вот оно. Это под наша лестница. А это вход в храм. Вот. Ну, а это из дома выходит. Справа это окна по улице. Там дальше, видать, мусорный ящик, куда мы ходим, выносим. Это заходить к нам в дом. Это из окна видно все, все стороны. Наружное наблюдение. Вот не надо никуда выходить. Вот мудрость, какую Бог дал людям. Все. Ну, а тут что, занятия веду. Послание 1 к Тимофею. Как раз только что вопрос задали, отвечаю. Вот они уже переместились немножко. Это от меня на расстоянии 1,5 метра примерно. 1,60 м. Любовь какая. Я молился, чтобы он его не забыл. Кормил. А то кормить не стали. Я уже начал их искусственно кормить. По голове гладит его. У него клюв. Лапами он не может гладить. Что он там может клевать, когда там еще нету? А рядом вот стоп внизу подперта вот с сучком палочка. Там лызе вот на этом палашке под ним придавлено. Там находится паля, отдыхает. Его пускать нельзя. Вот попятился, значит оправился. Вот она, видите. Все приходится убирать. Ну, искусство требует жертв. Так говорят вот. Сбросил, пошел, он за ним не гоняется. То есть он зуб набил. Перерабатывает, как удав. Тот заглотит и может несколько месяцев не есть. Пока до косточки все внутри не переварится. Вот так вот маленькие записи веду, чтобы видно было, как этот что-то даже не шевелится, рядышком лежит. Совсем маленькие еще. Вот тоже. Видно, блестит, оправился. Я замываю ковер, убираю. Вот он где.
И там, сейчас пойду убирать, чтобы не растоптать. Тот пошел на кухню. Зачем пошел? Там ничего и нету. Ну, будет ходить, его разрешается везде. Солнышко нет, сушится, поднял крыло, на боку лежит, покупался. Ну все, купался водой, залил вокруг тазика. Вот это белое. Это вот он самый самец, голубь. А голубка парит, сидит. Новый выводок. И это цепляется везде, малыш. Так рядом прям вот наблюдать, это очень интересно. Вот именно наблюдать. В природе это не удастся. Они где-то там вьют гнезда, где не видно. Ну, голубь, утро сегодня, 16 марта 2018 года. Он по краю ходит. Удивительно, когда начинает ходить вот так, это я уже знаю, многократно воду не пьет, а только как бы пробует. У нас называлось перед купанием. Вот купаться он думает. Так так рано еще, 7 часов нету. Ну, вот так. Бывает, его там разные блошки-мошки побуждают к этому. Значит, не пьет, а только нос сует. Это ему охота туда слететь, в этот тазик. Сейчас брызги полетят. Это наверняка полезет туда. Этого покормил он все-таки. Вот он уже какой большой стал пузырек. Он ест сухое все время. Этот я насыпал здесь зерна. И сразу в воду. Воды заглатывает и к нему он кричит. Изо рта в рот. Ну, гуля, гуля, гуля. Гуля хорошая, гуля. У злого человека голуби не водятся. Вот по этим эпиграфам вышла в краевой газете большая на две страницы статья. Я проверил. Во всем Союзе никто из старообрядцев не держит голубей. Никто. И от которых у меня есть нападают, я так узнаваю их. Ну, вокруг моей колокольни пляшут. Никто не держит. А как они злые? Из миссионерского отдела даже в помине нет и вообще, наверное, не может. Потому что самые злобные туда набираются. Почти всегда. Охота в воду залезть. Вот это прям вплотную около меня стоит. Вот это мои колени. А тот никак не осмелится. Ну, в избе не так же жарко, как на улице летом. Ну, градусов-то 18 есть у нас. Видишь, как нос сует проверить. Ну, охота к охоте, ну, не решается. И под крыльями сзади белое пятно.
нерешительность. Этот увидал и скорее к отцу спешит, что да, еще поесть. Главное у меня ценность та, что это дикари, сизари, не из породистых. Породистые у меня наверху. И они здесь были, даже здесь в комнате, и то чуть-чуть смотришь у них, то вертлячка какая-то, болезнь неизлечимая, голова на бок, то иное что-то. А это нет, здоровенькие все. Вот возьми, этот один вырос. Второе яйцо оказалось тухлое. Все, опустился. Везде бумага настелена. Вот он сидит теперь, квасится. Живот у него почти весь в воде. Это хорошо. Просушка. Ветер создает.